Всем привет! В этом видео праздник у России сегодня, двойной праздник. Не забудьте поставить палец вверх и подписаться на канал. Поехали! Так, прекраснейшая новость с самого утра. Можно чуть-чуть выдыхать, но ненадолго. Камила Валиева оправдана. Спортивный арбитражный суд отклонил иск МОК, ИСУ и ВАДА. Фигуристка будет выступать в личном турнире, но на самом деле еще ничего не закончено. При этом не забываем о другой радостной для нас новости – выступление танцоров на Олимпийских играх в Пекине. Никита Коцалапов, Виктория Синицына стали вице-чемпионами Олимпиады 2022. Поздравляем от души наш дуэт, а также благодарность Александре Степановой и Ивану Букину, Диане Дэвис и Глебу Смолкину за отличные выступления. Ваня и Саша в итоге стали шестыми, а Диана и Глеб сохранили 14 место. Это достойный результат для дебютантов. Но вернемся к новости о Камиле Валиевой. Накануне в столице России были развешаны баннеры в поддержку нашей спортсменки. Лозунги, хэштеги. Кто-то хотел действительно поддержать, а кто-то хайпануть. Не без этого. Мы помним, как все начиналось. Как бездоказательно поливали грязью всю нашу сборную командника. Тот шок, в котором все оказались, когда стало известно, что именно в пробе Камилы был найден запрещенный препарат. Слушание по делу длилось более 7 часов и затянулось до глубокой ночи. Камила давала показания, поэтому сейчас, когда осталось менее суток до старта соревнований среди одиночниц, стратегические решения должен принять тренерский штаб и команда психологов и врачей. Ведь дело даже не в физической усталости. На тренировках мы видели, что Камила прекрасно откатывает и короткую, и произвольную программы. Однако моральная вымотанность, особенно после такого долгого слушания, очевидна. Кадры со слезами Камилы, того, как Этери Тутберидзе накануне защищала свою воспитанницу, тепло ее обнимала и что-то шептала на ухо – это квинтэссенция и апогей эмоций и переживаний, которые мы испытывали все эти дни. Поддержка, настрой от наставников нужны сейчас Камиле как никогда. А теперь к главному. Причины, которые стали основными в победе Камилы Валиевой. Первое – возраст. Камила – защищенное лицо, в правилах ВАДА отсутствует информация о временном отстранении защищенных лиц. Второе – отрицательные тесты на допинг Камилы во время Олимпийских игр. И как следствие, нанесение спортсменке непоправимого вреда в случае недопуска. И третье – проблемы с несвоевременным уведомлением о результатах теста. Как известно, проба, в которой обнаружен запрещенный препарат, была сдана Камилой 25 декабря 2021 года, а вскрыта только 8 февраля. При этом январские пробы Валиевой были проверены раньше и, что самое интересное, той же лабораторией. Теперь мы все будем еще крепче держать кулачки и поддерживать Камилу и, конечно же, Александру Трусову и Анну Щербакову. На них этот скандал отразился не меньше. Мы уверены, что наши девушки сумеют собраться и откатать безупречно. Сил, здоровья, удачи и, конечно же, всем отрицательных тестов.